Всем привет! Сейчас 4 утра. Мы на вокзале на московском. Угадайте, куда мы едем? Да-да, мы едем в Москву. Мы едем погулять, отдохнуть в Москву. Экипаж под руководством начальника поезда Игоря Ходорева. Рады приветствовать вас на борту нашего высокоскоростного поезда «Сапсан» 751, выполняющий рейс по маршруту Санкт-Петербург-Москва. Следующая скорость нашего поезда будет достигать 250 км в час. Время пути составит 4 часа 7 минут. Время прибытия в Москву 9 часов 42 минуты. Обращаем ваше внимание, что приоритетом нашей компании является безопасность перевозок и обеспечение комфорта пассажиров. Устраивайтесь поудобнее. Мы желаем вам приятной поездки. Вышли с вокзала. Так, это у нас Ленинградский вокзал. Солнышко, короче, жарко. Надо снимать пальтишко. Казанский вокзал. Какой-то универмаг московский. Короче, как-то так. Мы зашли в метро. Карта Москвы. Метрополитен. Комсомольская. Нам на Павелецкую. Ой, какая красивая станция. Такие вагоны. Они современные и еще как один вагон. Нет несколько, как у нас, вагонов. Наша станция Павелецкая. Мы едем заселяться в гостиницу. Они все такие огроменные, все огромное, улицы широкие, да. Ну, так, мы ищем нашу гостиницу, нам туда. Это Павелецкий вокзал, и вот где-то в этой стороне какой-то мост. Будем снимать питерскую одежду. Даже воздух другой. Сразу мы вышли с дочерью, и она говорит, даже воздух другой, она совсем другая. Мы пошли попить кофе. Сейчас попьем кофе и решим, куда дальше поедем. Очень жарко, переоделись. Даже в плаще, честно говоря, жарко. Мы зашли в шоколадницу, заказали вот кофе и вот такой вот такой завтрак. Ну, честно сказать, несли нам, наверное, минут 20. Ну, в принципе, мы никуда не торопимся. Ну, все, будем завтракать. Прям вот питерское лето. Все, мы едем. У нас в планах двухэтажные автобусы. Я уже заказала экскурсию. Мы покатаемся по центру. Такой вот парк для отдыха. Смотрите, станция метро Алматинская.
Прокатились мы на автобусах, решили выйти прогуляться. Такая погода, честно говоря, прям в сон клонит очень сильно. Красную площадь перегородили, ну, видите, уже украшена к 9 мая. Всем доброе утро. Сегодня дождик у нас в Москве. Сегодня классная погода. Мы зашли в Черемовку завтракать, заказали блинчики и что-то не подрассчитали. Я думала, сладкие блины у них поменьше, но они такие большие. Это то, что мы заказали себе на завтрак, представляете? Сытные блины и сладкие. Мы сейчас просто лопнем и не захотим никуда идти гулять. Но надо куда-нибудь пойти. У нас есть еще обзорная экскурсия на автобусе. Я на 2 дня брала. Смотрите, как здесь красиво. Очень красивый тюрьмочек. В торговом центре, рядом с которым мы живем. Здесь вот так вот. Все в зелени. Очень красиво. Красивый дизайн. Сейчас позавтракаем, объедимся. И кофе. Кола, да. А блинчики сладкие. Я взяла, взяла с яблоком, дочь взяла с шоколадом. Ну и сытные. Мне нравится с рыбой, и мне нравится жульен с грибочками. А у дочи там что-то итальянское. Ну все, приятного аппетита. Мы позавтракали, а мы решили поехать, наверное, на трамвае. Нам сегодня кататься на корабликах, поэтому лучше одеться потеплей. Купили проездной на сутки 315 рублей. Вот. Ну все, едем в центр. Все, мы едем на трамвае. Вот такие у них трамвайчики современные. Ой, себя, оплачивай. Такие трамвайчики. И нам выходить. Мы идем на наши автобусы. Смотрите, какой вид. Видели, да? Видели, да? Ехали мы на нашем автобусе и вышли. Вот здесь начался дождик. Смотрите. Красная площадь, да, перекрыта. Говорят, что до 10-го. Там репетиции, не репетиции. Вот как-то так. Открыли зонтик. Это парк Зарядье. Тоже туда вот сходим, на этот парящий мост. Посмотрим. Все-таки решили зайти мы в ГУМ за мороженым. Красиво. Решили еще раз зайти и поесть мороженое. В такую погоду, конечно, мороженое надо есть.
Смотрите, робот, горячий шоколад, кофе варит. Ну что, мы попали в будущее. И Москва просто, а город будущего, да. Бесподобные просто березки. Какие они красивые, все-таки нежные. Очень так по-русски. Очень-очень. Шли на этот парящий мост, а он закрыт. Нам прям везет. Если смотреть, конечно, на всю картину Москвы целиком, ну, я не говорю, что это некрасиво, нет. Ну, это вот прям вот, вот просто все, и современное рядом, и то, и храм, и такие здания. Ну, вот как-то так. Красивый парк, что сказать. Очень ухоженный такой. В хорошую погоду отдохнуть здесь, посидеть. Класс. Приехали на Павелецкий вокзал забрать свои вещи. Идет дождь. Ну, в принципе, он нас ни капельки не расстраивает. Единственное только, что, возможно, отменят кораблики. Возможно. По счастливой случайности мы оказались на этой станции, станция метро Киевская. На самом деле очень красивая станция, да, я про нее слышала. Сейчас пройдемся, посмотрим. Красивая мозаика. Мозаика. Вышли из метро, и вот такой вот вид. Вот по этому мосту прошли, вот в этот весь мост, он как магазин. Там, ну, не только магазин, там еще всякие фудкорты. Вот, вот такой вот вид. Смотровая площадка Москва-Сити. Нам, оказывается, на другую сторону. Мы перешли через этот мост, Багратион, который называется. Все, идем к нашему причалу. Мы забрали вещи с вещами, гуляем. Доча? А, вон там перейдем. Колокола бьют. Вот и наша баржа. Покатались на кораблике. Ну все. На вокзал и домой. Мне.